Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Очень рад вас видеть. Взаимно. Сейчас мы, в общем-то, встречаемся, и у нас уже вторая встреча по профессору Владимиру Ивановичу Пернадскому. Да. Вот. И здесь мы уже видим две картины у нас. И та первая, про которую мы говорили, и вторая, вот с левой стороны, это вот целый такой мир, млекопитающий, да, животный мир. Владимир Иванович, давайте начнем с главного, с Владимира Ивановича Пернадского. Ну, давайте продолжим. Мы в прошлый раз договорились, что будем продолжать. Продолжаем? О нем. Да. Продолжаем. Что мы не успели, конечно, будем пробовать добавить. А сколько он прожил? Обо всем. Жизни? Да, кстати, хочу сразу поправиться. Я уточнить хочу поправиться. Я сказал, он умер в 44-м году, а он умер в 45-м году. В 45-м? 45-й год, январь месяц. Я сказал, что он не дожил несколько месяцев, а сказал, что 44-й год. Оговорился, прошу прощения. А на каком году жизни? Вот считайте, что это 82 года он прожил. Но мы не сможем, конечно, за таком, о его деятельности, да, 82 года. Творческой деятельности имеется в виду научной, там, наверное, лет 40 точно. А и то больше. Ну, давайте посчитаем. 1863 год он родился. И вот в 45-м году он умирает. Ну, 82 года. Да, 82 года. А вот с 20 лет он как бы занимался уже научной деятельностью, предположим. Да, конечно, 20 лет. В 20 лет у него уже были такие уже устойчивые совершенно мнения. Он уже вообще надо немножечко так начать, скажем так, от семьи, да? Откуда берется все вот это вот, скажем так, в человеке необыкновенные дары закладываются в семье, да? Сразу же. Вот это очень, подождите, прерву, извините, это очень важный аспект, особенно сегодня. Вот воспитание в семье Пернадского, оно каково было? Вот замечательное воспитание, о семье вот хочется немножко сказать, чуточку подробнее. Это старинный дворянский род. В семье умные люди, богобоязненные люди. То есть и мать его, и отец. И матушка, и отец, это дворянский род. Это, скажем так, прадедушка Владимира Ивановича. Он, наверное, вот он будет такой, скажем так, самый замечательный из них, выделившийся в роду человек, хотя нет, там надо еще раньше, это корни из Литвы, вот та изначальная самая фамилия, Верна, она, скажем так, в Литве была дана этой семье, они ее носили, сколько времени они помнят, что воспоминания о Богдане Хмельницком, события, представьте себе, какого времени, у них есть в семье по преданиям передававшиеся, что вот пра-пра-пра. Их корень еще по фамилии Верна переходит на сторону Богдана Хмельницкого в этой стычке между вот этим, в конфликте России и Польши. И он переходит на сторону Богдана Хмельницкого, и эта фамилия приглянулась, скажем так, воеводе на тот момент. Его берут в казачество и прибавляют Вернадский, Верный. Верный Вернадский. Вот такая приставка появляется. Еще пройдет несколько там поколений, и они уже перепишут себя не Вернадский, а Вернадский, добавят буковку. Это будет уже при оформлении дворянства его прадеду, который родится в Черниговщине, Черниговский уезд, село Церковщинное. Это Украина. Украина, да. Вот этот прапрапрадедушка будет уже священником в этом селе. Ну, на тот момент вот такие понятия, я не знаю, как там слово Украина проговаривалось, если нет, но то, что это вот будет юг России, вот этот прапрапрадедушка, служитель церкви, производит на свет сына первородного и желает, чтобы он был его продолжателем рода. Так было принято. Первородное продолжает дело отца. А он чувствует в себе к образованию огромную тягу. Ему недостаточно вот этого церковного образования, которое он получил у себя в селе. И он отпрашивается у отца. Отец не хочет отпускать. Он буквально как Ломоносов бежит в
подростковом возрасте из дома, добирается до Москвы, поступает в училище медицинское, без копейки, безо всего, без документов. Поступает. Слушай, Владимир Иванович, подождите, я прерву, вот прям вернемся к этому. Угу. Как-то вот все-таки это как отсказка для современного человека. То есть убежать без копейки. Убежать из дома, да, без и копейки. Поступить. То есть сегодня человек убегает без копейки, приезжает в Москву, ему говорят, деньги есть. Ну, расстояние Чернигов, есть? Чернигов, Москва. Пешком. Расстояние. Пешком, вот как Ломонос. Ломонос с хлебосвободом. Я не понимаю даже, вот, знаете, вот современник. Вот. Такая убежать, тяга, поступить. Вот такая тяга, такой зов. Это вот тоже надо понимать, что если Бог свою волю человеку показывает, человеку отозваться на эту волю, нужно прямо поверить, что это именно от Господа. Потому что в семье священника услышать призыв оставить дом и заняться другим делом в другом месте, это то надо есть, молиться, надо верить. Понимаешь, надо иметь уже к этому времени личные взаимоотношения с Богом. То есть и сегодня возможны такие чудеса? Да, конечно. Ну, несмотря на то, что Писание говорит, Бог всегда вовеки тот же. А они Писание уже знали. Он научен был Писанию. И призвание свое он почувствовал. И он молился, конечно. И он, если Господи, Господи, воля Твоя будет, то я хочу добраться до места, где будет мне призвание Твое открыто. Это его личные взаимоотношения. Отцу он пытался это объяснить, отец не услышал. Священник. Да, отец священник не услышал. Отца тоже можно понять. Из рода в род, как бы все хорошо, служение, вот он сын. И он его видит своим преемником. А тот вот так говорит. И, конечно, отец не хотел. Но он уходит. Это многодетная, скажем так, семья. Пятеро мальчишек, по-моему, было этой девочки. А он старший, да? Он старший первородный, да. Ага. И вот он добирается пешком до Москвы, представьте себе. Находит это учебное заведение, он понимает, что тогда у нас было, скажем так, самое лучшее образование давалось военная медицина, мы сейчас называем. Специальность так звучала – фельдъегерь, фельдлекарь, то есть военный, вот если случай в призыв в армию, то это фельдъегерь. Мы бы сказали стрелок. Вот специалист стрелкового дела. А фельдлекарь – это военный врач, мы бы сегодня сказали. Вот ему нравится врачество вот это. Он поступает вот в это вот учебное заведение, сдает экзамен, отучившись, получает звание. А ситуация как раз – это Суворов, это вот те времена. Это период суворовского расцвета прямо, это еще Екатерина. И Суворов, вот эти войны России. И он на глаза Суворову попадается настолько, скажем так, ярко своим профессиональным призванием, привлекает к себе внимание, он очень сердоболен, он обходительный с ранеными, он хватается за невозможные операции, то делает Суворов, их. И Суворов это замечает. Он настолько... То есть он прям как Суворов. Да, да. Владимир, как мы далеко от истории. Вот он настолько понравится Суворову своим духом. Суворов же сам будет родить за каждого солдатика. Готов был жить, положить. Он же столько там вот сам погибает, товарищи выручает. Это же суворовские вот эти все крылатые слова. И он будет у них... Ну, просто дружба с Суворовым появится. Вот такая. Настоящая. И когда... Переход Суворова через Альпы уже завершится, и окажется так, что огромное количество раненых, а целый обоз при армии Суворова, который будет тормозить их передвижение, Суворов, посоветовавшись с ним, решается на такой шаг оставить несколько тысяч раненых, причем там и французы, и итальянцы пленные, швейцарцы пленные, и из них только десятая часть наших бойцов раненых. И вот этот санитарный аборт в количестве нескольких тысяч больных людей, которых уже не надо транспортировать, пока не поставишь на ноги, находит благоприятное место, Суворов его благословляет, оставляет на него всю вот эту вот совершенно раненую и лишенную способности передвигаться в армию. В буквальном смысле это же армия, это же все военные люди. И он несколько... 2 года занимается тем, что ставит их на ноги. Уже военная кампания заканчивается на территории Швейцарии. Да, да.
он оставляет их там, Альпы, швейцарские Альпы. Суворов уходит, все вот эти события как бы в стороне, их не трогают войска Наполеона, которые через время приходят туда. Отзывы местного населения и солдат, которые получают помощь, вот от этого вот отношения благодати и милости к ним, к раненым даже военнопленным, приводит в восторг Суворова настолько, вернее, Наполеона настолько, что он по окончании всей вот этой вот блестящей исцеляющей кампании привозит его в Париж и устраивает церемонию вручения ордена почетного легиона за гуманность и милосердие к пленным и раненым. Вручает Наполеон ему. На Бернадском. Да. И денежная премия, и отпускает его. Причем обеспечить ему сопровождение до самого дома. Вот, скажем так, интересная история из рода Бернадских. Эта история, вчерашний разговор у меня один состоялся. Я говорю, посмотрите, какие у нас, ну, то, что мы видим посредством массовой информации, как ребята себя ощущают. Ведь наши воины до сих пор, наверное, несут этот дух, дух суворовский. Помнят ребята, наверное. В училищах, это же я просто уверен так, что есть. В офицерских точно. Да, политотделы, которые, может быть, заостряют внимание на его биографии. Это же очень важно, то есть это исторически. Наследие, да? Да, конечно, это, вот это должно быть, мне кажется, как предмет прямо. Ну, да. Вот как-то было там у нас политпросвещение, политзанятие, политучеба. Мне кажется, такие вещи остались в училище. Ну, просто, знаете, встал вопрос сегодняшнего дня, как там в комментариях кто-то написал, откуда вот наемники на Украине, ну, грубо говоря, да, такие жестокие. Я говорю, так у них нет, или кто-то там написал, так у них нет традиций. Суворовских, какие есть у нас, грубо говоря. Ну, вот, это все-таки традиции. Конечно, традиция. Ну, это вот один из ярких представителей рода Вернадских. Вернувшись в Россию, он получит звание дворянина. Из рук уже императора, да, на тот момент. Ну и дальше продолжится их, скажем так, линия семейная, скажите, они будут. Он получит звание дворянина, а что вот священник, вот его род, он дворянский? Вот до этого дворянина, дворянского звания у них официально не было статуса. То есть это прям титул? Они были умные, образованные, служили в церкви, служили в армии, вот осуществляли государственную, скажем так, вот службу несли, но дворянского звания у них не было. Вот от прадеда это пойдет. Да, это уже титул пойдет после вот этих событий. Дальше, как его судьба? Дальше пойдут детки, внуки. И до того, как родится Вернадский. Ну, что, отец, допустим, у него будет иметь образование. В Петербурге рождается же Вернадский сам Владимир Иванович. Его отец в Санкт-Петербурге профессор политической экономии в университете. Редактор журнала, экономист. Вот такой умный, грамотный человек. И они, Вернадский будет потом в своих воспоминаниях писать, что часами сидели за столом взрослые, приходили там его друзья, родственники, и им очень были близкие идеи декабристов. Он говорит, я с детства слушал их споры и восторги о том, что декабристы сделали, они очень переживали о том, что произошло, вот эта вот казнь, что они не воплотили в жизнь свою идею. Вот такие настроения в семье были. Желание иметь справедливость вот, в государстве, у них просто было, скажем так, болью для них. Они очень были обходительны с теми крестьянами, которые были у них в хозяйстве. И насколько можно было облегчить жизнь окружающим их людям, они это делали. Это воспоминание Вернадского самого. Причем это и дед, и бабушка, и мама, и папа участвовали в том, что просто покупали даже вещи, старались обучать грамоте детей своих крестьян. Ну, конечно, за свой счет оплачивали тех, кто были одаренными и подавали надежды. Угу. Хотя бы один человек из семьи крестьянской, они говорили, должен быть грамотным. И они их пристраивали в какие только могли учебные заведения по своему статусу. В тех местах, где жили, всегда так делали. И у них отношение прислуги ну, было как к равным. То есть они пренебрежения не видели к людям со стороны родителей, дедушки и бабушки.
Вот такой атмосфере он вырастает. У него будет старший брат Николай, который будет очень, скажем так, рожден богобоязненной мамой. Сам Владимир Иванович уже вырастает. Вот да. Он. Владимир Иванович – это второй ребенок в семье. Подождите, мы с вами говорили про отца. Вот, да, это который у нас профессор политической экономии. Который с Суворовым. Нет, это уже пра-пра. Вот Суворов был пра-пра-дед. Медик. Да. Тоже Вернадский. Вернадский. Да. Фамилия Вернадский, да, у них еще есть Литвы. Потом был уже сын у пра-пра. Или, пра-пра, это вообще... Мы перескочили пару-тройку, по крайней мере. Если мы так подробненько сейчас пойдем, мы очень много не успеем. Мы до Вернадского не доберемся. То есть вы говорили изначально, откуда пошел дворянский род, да, и да. титул. Воспитание, образование и почва, на которой выросли эти дети в этой семье. Ну, его понятно. Старший брат, он сам и еще две сестры. Угу. Вот их будет четверо в семье. Так, а сам Вернадский, вот сам Вернадский уже будучи вырос в Петербурге, получается? Рожден в Петербурге до 1869 года. Они живут в Питере, девочки рождаются. И отцу климат очень не пошел питерский. Они возвращаются в Харьков. И в Харькове опять хорошая должность у отца. Он поступает в колледж. Вернадский сам учится. И очень видно, что он человек одаренный. У него проявляются способности к литературе, к истории, к географии, геологии, к музыке. У него замечательные... И все эти как бы дары родители поддерживают. И мама, и папа. Вот тут очень важно, чтобы в семье мама с папой вовремя разглядели дары, которые есть у их детей. Одно дело, что дети рождаются в любви. Это замечательно. Дети есть плод любви. Ну, помните историю про деда, который, в общем-то, священник, отец, говорит, не желал отпускать? Ну, это естественное желание остаться. А путь другой пошел совершенно. И вот время показало, что это призыв, который он услышал от Бога, был истинным. Как дальше он с отцом, я вот нигде не наткнулся, пока вот мне не попалось. Как они потом разговаривали вот со своим отцом, который служил в церкви в этом Черниговском селе. Ну как, у сына есть. Я думаю, хорошо, потому что он вложил-то в него любовь. Вот это важно, чтобы родители вкладывали в своих детей любовь и давали им возможность проявлять себя. А вот притча о блудном сыне. Это же священник, он же понимал, что вроде бы сын идет против меня, но это же мой сын, да, Владимир Иванович? Наверное, так можно рассматривать. Притча о блудном сыне, она больше все-таки об отце там, наверное, о любви отца к детям своим. Ну вот в том-то и дело, он же уходит. Тоже же вот пришло время, и сын говорит отцу, вот так и так, да? Хочу уйти. Вот реакция отца. Тут в этом случае вот этот прапрапрадед, служитель церкви в Черниговском селе, он поступил так, как в притче. Ну, запрещал, до коли это можно было. Но пришло время уйти, он ушел. Насколько это там было, вызвало конфликт, это уже история об этом умалчивает. Ну, отпустил. Ну, а сам Владимир Иванович, вот наш главный герой, Вернадский. Образование. Ну что, учеба в Харьковской классической гимназии, вот по возвращении после Питера. Mm-hmm. Да? Вот его увлечение. Он интересуется всеобщей историей, особенно славянских народов, славянской литературой, истории религии, философии, естествознания и география. Это его любимые предметы. Перечень предметов, которые ему просто нравились, он с открытым ртом все это впитывал. Вот, и в это же время вот у него двоюродный брат, это, скажем так, очень часто в гостях семьи был двоюродный брат отца Евграф Максимович Короленко, который был радикалом и республиканцем. По убеждению своему, поклонникам Вольтера и Руссо, и интересовался всеми вопросами современности.
очень огромное влияние оказало на становление мышления Вернадского в то время. Вот эта вот политическая, скажем так, идея и идеология была посеяна именно вот этим вот его дядюшкой по линии от матушки. И впоследствии, когда Вернадский изучает эти науки, он не оторвется от того, что политика его будет увлекать столько же, сколько и естествознание. То есть он будет и гуманитарий одновременно, его будет тянуть очень сильно. Но и политическая часть жизни его будет интересовать настолько, что в конце концов в кружке университета мы уже зайдем. Сейчас, скажем так, его возраст, когда он в институте, собралось несколько единомышленников в университете, и они, каждый воспитан в таком добром своем доме, создадут некое братство. Они его так и назовут. Наше братство. Несколько друзей выработают программу, которая будет состоять из четырех основных пунктов. Лозунги они назовут. Лозунги нашего братства. Первое – работать как можно больше. Мы находим параллель в Библии, они это берут. Все это вот такие интересные библейские сюжеты. Все, что по силам руке твоей делать, делай, говорит Соломон через Писание. Подождите, вот так мы переводим. Работать как можно больше. Да. А помните, первый лозунг братства. Помните, в советское время другой лозунг был? Работа не волк, лес не убежит. Да, ну это другой. Нет. В советское не время волк, слава труду. Это... Везде было написано слава труду. В советское время на всех заборах, на всех плакатах слава тоже труду. Ну вот это народе, вот работа не волк, это было всегда. Народ всегда так говорил. Работа, да. Это вот мы вспоминаем же кинофильмы, помнишь? То есть это как бы уже неверие, да? Вот, ну, это ирония такая. Писание говорит о труде. Бог говорит, что человек должен трудиться. Человеку надо трудиться. Трудом сотворен Божий мир. Божьим трудом. 6 дней Господь трудил мир свой. Творил его. Условное вот это вот время дня обозначенное, это знаете, гораздо длиннее. Вы знаете, в советское время сегодня живо. Вот раньше говорили, было такое. Было, да? Написано «Слава труду», но было и такое. Работа не волк, в лес не убежит. Это первое. А сегодня, знаете, как молодежь порой говорит? А сколько мне за это будут платить? Ну, это другой период. Пришел коммерции, капитализма. Но это практически равно? Ну, мы сейчас говорим, если мы говорим о Вернадском, в какой атмосфере росли люди, да? И в то время тоже были такие, которые не хотели так работать, не хотели читать Библию, не хотели слушать маму с папой, потому что, ну, так было всегда. Мы имеем примеры из Библии, в конце концов, вот и Каин, и Авель. Mm-hmm. Вот ты сейчас говоришь, отец и двое детей, да? И один из них вот решил уйти, а второй остался. Очень много таких примеров в Библии. Это жизнь, и в Писании честно об этом написано. Первые два человека, два ребенка, родившиеся в семье Адама с Евой, будут иметь конфликт между собой. Хотя и тот будет работать, и этот. Вот один будет земледельцем, другой животноводом. А когда дойдет дело до жертвоприношения, у них появится конфликт, и зависть вызовет такую ситуацию, что один избавится от другого, удалит конкурента, как бы мы сегодня сказали. Это сложный процесс, в этом участвовать будет. Господь уже напрямую вмешается, заранее будет это говорить. И остановить этого не сможет. Он мог бы как бы просто прекратить вообще всю жизнь, да? Но желание Бога, чтобы человек, задуманный по его идее, учился слушать, слышать и исполнять. Господь так говорит, блаженны слышащие и говорящие, исполняющие волю Божию. Вот все эти позиции должны срастись. Если одну из них не выполнять, то цепочка не удержится. А она должна быть крепкой, потому что начало ее от Господа Бога, в начале было слово. И если этим словом человека придерживать в начале, пока он еще мал, наставь, написано юношу, в начале пути его, и он не сойдет с него, когда и состареет. Писание об этом говорит. Это же вот эти все вещи вкладывались в них бабушками, дедушками, прабабушками. О чем мы говорим? Атмосфера в семье была такая, что они знали Писание, в этой атмосфере не росли. Пошли они, окончили свои лицеи, колледжи, потом в университете учатся. В университете продолжение этих идей начинает реализовываться между молодыми людьми, им уже там по 18, по 20 лет. Вот они да? Самостоятельные. Они пытаются исполнять волю Божью через те свои, скажем так, желания, которые приходят к человеку в этом возрасте, когда он полон сил,
когда ему, ну, они материального недостатка не имели, но видели вокруг несправедливости страдающих и голодующих людей, не могущих позволить себе покупать. Они берут, объединяются в братство, их это объединяет вместе. Вот как Господь сказал: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И это нам, вот это вот, не знаю, в классической картине что-то такое огромное-огромное. Но это везде, это в семье. Семья – это и есть часть церкви. Начало церкви – это вот Адам и Ева, их детки. И дальше больше от этих двух вся планета наполнится. Сегодня миллиарды по планете Земля ходят. Если в каждой семье будет вот это… Ну вот, если теряется связь с Господом Богом через то, что родители не смогли ее донести своим детям и передать, дальше сложнее это вернуться обратно. Возвращаться всем придется. Владимир Иванович, но книжники считали, что у них не теряется. Это их мнение, но пришел Иисус Христос. В это время Иисус Христос и пришел, чтобы им сказать. Он же пришел и обличил, да? Ну, конечно. Он пришел и обличил. Он их там не уничтожить пришел. Он говорит: я не пришел отменить данные Богом правила. Я пришел их исполнить. Потому что у вас это не получилось. Вам нужен всегда я. Вам нужна моя помощь, вам нужна моя милость, вам нужна моя мудрость, потому что я пришел от Отца моего. И я не от себя это все вам говорю. Вот эти вещи, вложенные в сердца родителей, передаются своим детям. Вот просто мы пока еще идем только по правилам, которые братство решило исполнять, назначив себе их в правила. То есть они сделали свои заповеди. Читаем все четыре, читаем пока. Работать как можно больше. Потреблять на себя как можно меньше. Второе правило. Вот, просто надо задуматься, чего они добивались. На чужие нужды смотри, как на свои. Третье правило. Четвертое. Просящему у тебя дай. И сам просить не стыдись. Это вот что это, как не заповеди Иисуса Христа? Это студенты. Составляют себе устав, кружок. Объединившись в кружок, составляют себе лозунг, устав своего братства. И согласно этого устава живут, учатся в университете, откладывают денежку, какую имеют, покупают учебники, носят по селам, по городам, разъезжают в свободное время, ищут бедных, голодных, кормят, поют, одевают. Помогают учиться детям, которые не способны платить обучение. Каждый из этих студентов оплачивает, помимо своего места учебного, оплачивает чьё-то еще, кто не может платить. Это научили их делать их родители. Ильич, зачитайте еще раз. Ну вот. Прямо приятно слышать. Лозунги братства. Первое – работать как можно больше. Второе – потреблять на себя как можно меньше. Третье – на чужие нужды смотреть, как на свои. Четвертое. Просящему у тебя дай, и сам просить не стыдись. Вы знаете, вы читаете, у меня улыбка. Знаете почему? Ко мне часто приходили, или бывало так приходят, там, давай создадим устав там, ну, чего-то там, какой-то организации, объединение общественное. И вот, ну, давайте, а я не принимал участие, ну, как бы, не думал об этом. А и вот то, что вы сейчас читаете, вот уже все придумано. Прям берешь в любое собрание, вкладываешь эти смыслы, и все, устав готов. Бери опыт просто человека, который уже прожил достойную жизнь. Прожил, умер и оставил после себя. Вот 160 лет прошло от его сына, его рождения. Одна третья часть его трудов была опубликована при его жизни, и то большая часть только за границей. А остальное еще все еще публикуется. Вот столько было написано им трудов. Это многотомники замечательнейших тем, которые нужны человечеству. Вот начиналось заботой о человеке, о ближнем своем, а закончилось масштабами человечества. Вот это вот на картине я стараюсь нарисовать то, о чем он думал. Вот в него вмещалось вот это вот все космическое пространство, вмещалось его разум. Он переживал обо всем, что связано с жизнью на планете Земля, которую Бог устроил таким образом. Он вспоминает рассказы чтения Библии со своей матушкой, со своим старшим братом и вот с этим дядюшкой Короленко, который читает Библии. Сотворил Бог из земли. И там целый перечень птиц, животных.
и в конце концов даже человека. И вот это вот семя интереса к земле, из которой жизнь сотворена, он пронесет через всю свою детскую в начале жизни, потом, когда уже будет учиться, он настолько заинтересуется почвоведением. Всерьез, то есть не, то, что, не просто так, а это вот такое семя Бог вложит в сердце его. Это вот о чем Господь говорит, наставь юношу в начале пути его. Он не сойдет с него, даже когда и состареет. Со всеми заповедями вот, мудрости и жизни, желание познать, как устроен все-таки мир Божий, каким образом вот эти тайны Божьи заключены в окружающие нас простые вещи, в окружающий нас животный мир, в окружающую нас почву, в растительность, которая произведена землей. И... Владимир Иванович, что вы говорите как художник? Вы вот... все это написали, вы все это пережили, вы вот создали и вот речку, и колосья пшеницы вы написали, и портрет Вернадского, и землю, и планеты, и деревья. Но человек сегодняшнего дня, современный, он же, чтобы взять в руки кисть и создать, предположим, это целый, понимаете, такой вот прям непреодолимый подвиг, все-таки художников мало. Вот. Вернадский как ученый, тоже как творец, как творческий человек. Вот. Но прежде всего он не пишет, что вот первое, прям вот первое то, что у вас написано, да, да. Он же не пишет, это только для тех, кто читал Евангелие. Это там же не написано, он не пишет, что это для избранных. Это вот их устав, это не для избранных. Это просто для любого человека. Это каждому. 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 Это же, я говорю, это интерпретация Писания на самом деле. Вот я говорю, да. Параллель, выводишь параллель, каждому их лозунгу есть несколько мест Писания, описанных в Евангелии или Господе. Они не делили людей. Я вот про это. И вот, а сегодняшнее, я почему сейчас скажу, а сегодняшнее общество, оно на нас так сильно разделено, как вот мы видим. Ну, конечно, понимаете? Конечно. Ну, я вам хочу сказать, оно и тогда было разделено. Но что вызывает в тебе окружающий тебя мир, в котором ты родился? В котором ты появился на свет. Когда ты начинаешь взрослеть, расти в своей семье, понимая, что здесь у тебя мама, папа, бабушка, дедушка, любовь, красота, Господь, Божье Слово, и все хорошо, и вот ты подрос и выходишь из дома. И вот одна несправедливость там, другая здесь. С такими вопросами к папе, с мамой, с бабушкой, с дедушкой. Они тебе объясняют, да. И дальше глубже ты начинаешь подрастать и понимаешь, что ты уже подрос, и тебе можно эти вещи говорить. Так бывает. Бывает боль, бывает несправедливость, бывает смерть, в конце концов. И ты в этом мире изменить можешь то, что тебе Бог дал. Вот эта мысль в голову вложенная, она тебя не пугает, говорят, да? Она вселяет в тебя надежду, понимаешь? Как у подростка. Вот впереди у тебя вся жизнь, и ты можешь изменить многие вещи. Ну, несправедливые. Это две мысли, да? И ты загораешься этим желанием, у тебя находятся сподвижники. Бог, видя твое желание, поддерживает тебя окружением таким же, подобным тебе. Господь говорит, что окружающая среда – это хорошая атмосфера. Не общайся с теми, кто развращает человека. Не следуй за большинством на зло. Будь там, где добро, будь там, где мир, где там, где истина. Владимир Иванович, ну, а вот смотрите, будь там, где добро, там, где истина, может... Твори добро и твори истину. Ну, твори добро, это да. Но будь там, где добро, где истина, тут тоже может быть это некая, как бы, тоже сортировка сегодняшнего времени, сегодняшних людей. Ну, предположим, вот как бы вот все время человек может воспринять. То есть, ну, значит, эти люди нечестивые, я вот буду с этими людьми. Такое тоже может сознание поселиться. Ну, это хорошее, правильное решение. Скажем так, оно должно изначально тебя отвести от неверного пути. Понимаешь? Это правильно. Но мы можем до такой степени дойти, что мы можем осудить этих нечестивцев. Нет, нет, нет. Сделать из них прокаженных. Вот, ну это же другой вопрос. Тут же все поэтапно. У Господа Бога, Господь есть Бог устройства и порядка. Ну да. И по порядку идут заповеди. Ну конечно. По порядку описано сотворение мира. Вот все по порядку, от первого дня до последнего. Ты если следуешь этому учению, то ты становишься его учеником. У тебя есть учитель Иисус Христос, Господь. Он и говорит, не ищите себе учителей, потому что отец у вас один. Не ищите себе других отцов, не ищите себе учителей и наставников. Есть у вас уже все. Просто следуйте учению, которое уже к вашему появлению созрело, готово. Берите и пользуйтесь. Они так и делают. Они созрели, они готовы, они приняли и начали исполнять.
когда в Тамбовской губернии начинается голод 1891 года по 99-й, они в течение 10 лет спасают от голода более 20-30 тысяч человек от смерти. Спасают в этой губернии от смерти. Да? Да. Вот эти вот 10 ребяток. Собирая деньги, разъезжая, помогая, а еще и возя учебники. Не то, что от голода, еще и грамотность. Сеют. Вот Господь говорит, вышел сеятель сеять. Вот это вот они понимали, что они сеятели, что почва и время подходящее. И не важно, что говорить о добре? Да. Что говорить о добре? Его надо делать. Делай как можно больше. Вот же, постой, написано же. А на себя трать как можно меньше. То есть твое хочу на заднем плане. Тебе минимум, Иисус Христос так сказал ученикам, это же все вот повторение Евангелия. Он говорит, идите и творите волю мою, не берите с собой ничего лишнего. Ни сумы, ни одежды, ни меди с собой не берите. Вот просто идите и благовествуйте Царство Небесное. И я уже позабочусь о том, что вас везде накормят, напоят, и одежда ваша при вас будет, и обувь ваша не стопчется. В это надо поверить, и это надо начать делать, и это будет получаться. У них это так и получалось. И не осуждайте гонящих вас, грубо говоря. Ты будешь дальше следовать Писанию, оно тебя будет уже учить дальше, согласно твоего возраста. Постепенно в тебя будет входить, ты подрастаешь, и подрастает твое восприятие. Ты способен понимать, что такое подставить щеку, не подставить щеку. Ты способен понять, что такое жена для тебя. Придет время, действительно, и они в этом же кружке познакомятся он со своей Натальей, которая станет его будущей женой. То есть это будут, этот кружок объединит вокруг себя всех вот таких подобных им. Доброе притягивает к себе подобное. Господь это создает. Вот это и есть Бог. Говорит, я создаю церковь мою, врата ада не одолеют ее. Интересно, что он не говорит, создал. Он говорит, я создам церковь мою. Для нас церковь это что-то вот такое совершенно вот в нашем представлении. А Бог говорит, это внутри вас есть Царство Небесное. Ученикам говорит. Извините, церковь, вот как правильно говорить, церковь это что-то такое в нашем представлении, ну типа камня, да? Ну это же организация, это да, уже строение. Ну, это... А Господь говорит, внутри вас Царство Небесное. Вы носители его. Если в вас живет Дух Христов, если в вас живет Дух Божий. Конечно, если ты носитель Духа Божьего, то ты, он говорит, приходите в дом, говорите мир дому всему, заходите в город, говорите мир городу всему, месту всему мир. И таким образом тот мир, который я в вас вселил, он через вас и распространяется. Не проклинайте, потому что и проклятие распространяется. Вот что ты будешь носить? Он и говорит, он нас предупреждает. Он же везде будет говорить так. Господь всегда дает выбор. Это его, как сказать, желание, чтобы мы выбрали добровольно. Он говорит, доброхотно дающего я люблю. Доброхотно исполняющего волю я люблю. Вот вам выбор. Добро и зло, вот оно. Потому что дерево познания добра и зла приносило плоды с одной и той же кроны. Оно росло от одного корня. То есть это все настолько рядом. И вот что ты изберешь? Вот и Господь тебе показывает, чем оно отличается. Вот что производит это, вот что произведет это. И тут, конечно, первое самое послушание. Все, весь любой успех начинается с послушания. Быть послушным Слову Божьему – это вот стать исполнителем Его воли. А потом ты в это влюбишься. Скажите, а как вопрос тогда так решает современность? Быть послушным Слову Божию или быть послушным носящего Слово Божие? А, ну вот смотри. Мы можем это определить? Паскаль будет говорить, земную науку надо понять, чтобы ее полюбить. Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить. А божественную надо полюбить, чтобы ее понять. Вот, Бог есть любовь. Вот, то есть ты влюбляешься, постепенно ты влюбляешься в Бога и начинаешь как жить это становится образом жизни твоей. К этому придут все ученые, каждое в свое время. И потом он станет ученым с верным именем. А вначале он просто ученик. Он просто ученик своих учителей. А учителями Господь уже наградил его такими, что там были и Менделеев, и Докучаев, о котором он будет заботиться до самой его смерти. И Докучаев, умирая, будет настолько ему признателен, до слез он будет просто плакать, видя, насколько его ученик посвятил всю свою жизнь, чтобы до самой старости заботиться о нем, старом, совершенно немощном уже человеке. И он будет называть его сыном. Умирая, он скажет, такого сына дал мне Бог. Я так благодарен Творцу.
ухожу в покое. Докучаю. Да, докучаю перед смертью сказать. Дети выйдут. Ну, вот это вот я, как сказать, прочитал о последних его мгновениях жизни. С ним окажется только вот Вернадский. И заботиться он будет о нем всю его жизнь. Были ли у него дети, это надо уже будет отдельно поизучать. Большой, глубокий. Ну вот об этом написано прямо в биографии о Вернадском, когда пишут. Это вот вошло. А Докучаеву надо отдельно смотреть. У него будет вот в числе учеников, учителей его, Менделеев, Докучаев первый. Вот это вот тот, кто привьет ему любовь к почве. Через почву он выйдет на минералы, через минералы он выйдет на геологию. Менделеев – любовь к химии, Сеченов, Ферсман, Опарин, Иоффе, физик Лебедев. Это вот такое созвездие. Московский государственный университет, императорский, в Москве. В конце концов, он станет и профессором этого же университета. И он, и многие с ним учившиеся, сподвижники его. Его, как сказать, научное поприще не будет только в том, что они будут сидеть в лабораториях. Он, в конце концов, первый станет водить своих студентов, скажем так, в походы. Охотиться за минералами, он будет говорить. Вы имеете возможность найти свой собственный минерал, открыть его свойства, описать его и присвоить ему свое имя. Владимир Иванович, а вот, вот этот круг из 10 человек состоящий, вот, кто из них еще? Ой, потом там уже будет, я говорю, очень огромное количество. В конце концов, я говорю, даже вот жена его будущая придет. Да, они уже будут, ну, не считать этих, скажем так, людей. Это пол института просто заразится этой идеей, и они будут устраивать огромные встречи, руководство не будет возражать, им уже понадобится зал, где они будут и стихи читать, и своими научными идеями делиться, и о будущем мечтать, и устраивать выезды для добычи интересных знаний, исследуя берега рек, доступные, шаговые, скажем так, доступности, находящиеся от университета. Этого будет им мало, потом они будут выезжать уже в походы на сутки двое-трое. Такой хороший, они вот сделали вот эти 4 строки. Зачитайте еще раз, пожалуйста. Там вопросы есть. Работать как можно больше. Рабочий день Вернадского. Рабочий день Вернадского состоял из 12 рабочих часов. Всю его жизнь, это его был нормальный рабочий день. 12-часовой до самой смерти. Он считал, если 12 часов я не работал, значит, я еще не работал сегодня. Это он будет говорить в своих дневниках. Это его жизненная позиция до смерти останется. Не просто решили, но делали, понимаешь? Вот что важно. Господь говорит, по плодам вашим вас узнает. Делом, да? Да, делом, да. Работать как можно больше, потреблять на себя как можно меньше. Он настолько будет непритязателен к себе, у него будет буквально там пара одежды, за которой он будет аккуратно следить. В семье приучили не тратить на себя, но тратить на окружающих себя людей. Скажите, а вот в научной деятельности потреблять как можно меньше, не отразилось ли это вот на открытиях определенных? То есть вот человечество потребляет же, как всегда, как мы говорим, больше. Это отразится. Вернадский говорит, надо в земле все искать. То есть мы потребляем. Ну, то есть потреблять как можно меньше. Это вот может быть тоже есть часть научной мысли. Это очень отразится. Это отразится. Он это будет видеть еще у Менделеева. Это как Менделеев так жил и их учил. Быть бережливым, если уж на то пошло. Там мы будем читать, не знаю, насколько это правда, Менделеев раз в год вообще на стрижку себе позволял постричься. Владимир Иванович, это даже противоречит всему современному вот нашему вот сегодняшнему дню буржуазному, российскому. Ну, да? Да, это всемирное. Как можно больше. Это всемирное. А здесь наоборот же. Дмитрий Евгеньевич, это же всемирная ситуация. Вы придете сегодня в любую страну. Откуда, в общем-то, скажем так, хлынула вся вот эта культура и идея жить для себя, эгоизм? Он у нас больше приобретенный. Ну, Голливуд весь на этом основан. У нас он больше приобретенный, если говорить о стране географически. У нас, вот сколько читаешь, у нас в основном-то все было скромно. Мы не особо-то любили на себя тратить, как сказать, ну, в народе, по крайней мере.
в большинстве своем, ну, скажем так, русский человек не особо-то. Владимир Иванович, вы помните после 90-го года развала Советского Союза? Ну, я говорю, это хлынет пошла, к нам. Пошла история, в народе прям ярко проявлялась. А посмотрите, сколько он зарабатывает. Ну, это хлынет к нам. С другой стороны, у нас в истории будут такие личности, которые... У нас будут и такие примеры. И ну, это... 13-й. Потреблять как можно вот. Больше. Вот личное решение человека вот так жить может произойти, прийти к человеку и в Африке, и в Италии, и в Англии. Знаешь, но будут такие люди. А в Евангелии что про это говорится? Вот именно вот как мы говорим, вот он потреблять взял... на себя как можно меньше. Да, вот Христос что вот он говорит? Сейчас, прежде всего, да. Ну что, положи, как он даже будет говорить. Блажен человек, который душу свою отдаст за ближнего своего. Вот куда больше? Это вот максимально, что Господь, но он и сделал. Он предлагает то, что делает сам. Он просто себя всего отдаст за нас всех. Куда больше? О нем будет написано, что он не выделялся ничем в толпе. Он вот терялся, его не могли найти, потому что на нем не было богатых одежд. Он написано, не имел ни вида, ни величия, даже внешне не привлекал к себе внимания. Это об Иисусе Христе. Он то же самое будет говорить ученикам, не носите с собой короба с одеждой. Пользуйтесь малым. Блаженны дающие. Отдавайте больше. Блаженны дающие. Сейчас прям блаженство. Да. Это тоже текст оттуда, заповеди блаженства получается. Я говорю, это вот просто переложенное на, скажем так, вот... на детский, что ли, язык, на язык молодых людей, которые готовы уже творить. Вот они загорелись этим учением учителя и готовы его исполнять. И им хочется вот подписаться под этим уставом, под этими лозунгами. На чужие нужды смотри, как на свои. Ну что ж сосед не косит траву? Господь говорит, не пожелай ближнему, чего не пожелаешь себе. Да? Это же вот прямо Иисус Христос так и говорит. На чужие нужды смотри, как на свои. Не пожелай ближнему своего того, чего себе не желаешь. Его нужда – это твоя нужда. Понимаешь, вот твое отношение... к ближнему, он говорит, и что толку, если вы говорите Господи, 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 а повелений моих не исполняете? И как вы говорите, что любите меня, когда меня не видите вообще, а ближнего, которого видите перед собой каждый день, не любите? Удивительно, Владимир. Это прям вот просто удивительно. Это же вот такие параллели, они просто там пластами всплывают в памяти, если все это приводить. Но это все Евангелие, это все Иисус Христос, это все Он говорит, не я буду вам говорить, а говорить вам будет Отец мой через меня. И я не говорю вам ничего от себя, кроме того, что слышал Отца моего. И если ученики это впитывают, они уже стали учениками, то фарисеи говорят, докажи нам, что ты пришел от Отца. Каким знамением ты докажешь, что это не твои слова? А кто твой Отец? Он говорит, даже если вы не верите моим словам, хотя бы верьте делам моим. Он к этому времени уже и мертвых поднимал, и без ноги на ноги вставали, и слепые прозревали, а им все еще знамения подавая. Он говорит, не верите словам, хотя бы делам, поверьте, потому что дерево познается по плодам, и доброе дерево принесет добрый плод, худое принесет худой плод. И он-то призывает нас быть такими же, как учит Отец, производить добрые плоды, делать добрые дела. Они это понимая, начинают это исполнять. Ты понимаешь, им вот так они, прожив свою жизнь до старости, многие из них окажутся потом в лагерях. Многих из них просто отправят в ссылки, когда будет переворот. Кто-то сгинет в 30-е годы, уже вот этого столетия следующего. Он будет ходить до самых высших инстанций и до самой старости своей будет отбивать своих соратников, своих сподвижников из вот лап то царской в начале этой
система, которая следила и вот этих отслеживала декабристов с их желанием навести порядок в стране и избавиться от крепостного права, то потом произойдет уже революция, и придут красные, и он будет ходить и отстаивать, чтобы их опять, попавших в лагеря под этот вот каток уже перемен под советскую власть, освобождали, потому что это наука, потому что она не должна служить ни красным, ни белым, она должна служить добру. Ну, тут такие события будут в его жизни. И везде он будет, когда окажется переворот, и белые придут к власти. В то время менялось все очень быстро. Он будет ходить к Деникину и просить, чтобы освободили профессоров, которые попали в застенки вот этого белогвардейского, теперь же катка. И все будут удивляться, как ему удавалось при смене власти, там, она в неделю менялась по два раза. Он ходил и за тех заступался, к этим. И потом, когда все менялось, шел вот сюда, просил, чтобы этих отпускали. Вот это вот, на чужие нужды смотри, как на свои. Вот оно, Владимир Иванович. Он за себя так не просил. Представляете? Вот оно. И все удивлялись, почему ему все прощается. И когда я тоже заинтересовался, как так получалось, что его он вплоть до Берии, там, до Сталина доходил и не боялся. И Деникин ушел, там, и Колчаку, и не боялся, что те его не порубят, а эти не расстреляют. Интересно, у него будет вот этот вот, вот в его этой биографии будут такие дела, которые позволят ему в будущем делать такие смелые вещи. В молодости он будет, в этом кружке окажется Александр Ульянов. Вот в этом кружке окажется, да, вот в этом кружке, да. И когда придет время, и они вот это вот попадут. Это брат Ленина. Да, да, это старший брат Ленина. И он вообще, скажем так, будет единомышленником с ними вместе. То есть тоже начало у них будет общее. По духу, вот, я говорю, вот эта вот идеология через брата Короленко, через двоюродного брата его матушки. Они вот эти вот идеи декабристов у них в доме обсуждались. Они собирались, и он дослушал, как об этом говорят родители. Они желают добра. Они хотят, чтобы были бедные люди. Они хотят, чтобы было все справедливо. Готовы сами трудиться, сами так и делают. Но надо же, чтобы это начали делать все. И когда пришло время исполнять им самим, они это тоже начали делать, не ожидая, когда все начнут. Просто тебя коснулось, ты это уже делал. Господь тоже так говорит. Каждый сам за себя даст отчет Господу Богу своему. Каждый сам за себя. Но ты являешься примером. Вот ты пример, либо ты хороший делал пример, либо ты пример, как ты говоришь, а вот я вот не буду делать. А кто-то скажет, а мне это не надо. И, ну, это твоя ответственность. Ты сейчас так говоришь? Не судимы, не судимы будете. Просто дело не в том, что они говорят, люди, сколько мне за это будут платить. Я не буду это делать, пока мне не будут платить. Дело в том, что мы говорим о профессоре Вернадском и об этих людях, которые кто-то, даже, ну, кто-то пострадал, может быть, но они имели определенное, понимаете, правило, уже внутри их живущие и выраженное в этом тексте, кружке, это уже целая группа людей, которые сказали, мы хотим жить так. И начали так делать. И начали так жить. Да. А иначе как изменишь мир? И это стало если их образом жизни. Если мне я сказал, заплатите мне деньги, и мне заплатили деньги, что я изменю? Собственно говоря, яркий и чаще пример сам профессор Вернадский, с которого мы начали прошлый фильм. Аминь. Это личность, которая сказала, я буду жить по другим правилам. Вот мы будем жить, да? И он этому соответствовал всю жизнь. Вот четвертое, что там, Владимир Иванович? Просящему у тебя дай, и сам просить не стыдись. Вот, представляешь, ли мысль какая? Почему он пошел к Берии? Представляешь, какая? Потому что он всегда отдавал. И просить ему было. Это было незазорно. Естество само. То есть, когда я все для себя, я не могу просить друг за другого. Вы понимаете, в чем дело? И сам просить не стыдись. И сам не просить не стыдись. Просящему у тебя дай. Господь так говорит, там в притче написано, просящему у себя дай. Но вот это вот дополнение, и сам просить не стыдись, это очень важно, понимаешь? Вот он ходил и просил. Ну, то есть это уже дополнение уже, ребят, да? Да, да, да. Они уже ходили и просили друг за друга. От совести. Я дал, мне не стыдно, потому что я тоже даю, мне не стыдно, ребята.
А когда только для себя, вот то, что вначале, поменьше для себя, то вот это уже не работает. Я не могу просить. Если я только для себя, я не могу просить. Понимаете? Я просто... могу только украсть. А этот дар мне закрыт. Господь расширяет их сердца. Вот эти вот Писания говорят, шатры, расширяйте шатры ваши. Шатры добрых дел. Удивительно, конечно. Удивительно вообще. И вот, глядя на него, глядя на него вот такого, в него влюбится вот Наталья. Наталья, да? Да. Он очень полюбит ее. И, скорее всего, даже, наверное, он первый ее полюбит. Полюбит ее так, что будет делать ей предложение и раз, и два, и три. Она старше его на 2 года. И она очень этого стесняется. Его это не останавливает. У него созревший взгляд на семью. Есть целое высказывание о том, что он будет говорить, несмотря на то, что разница в возрасте. Я уже в своих чувствах созрел настолько, что никогда в жизни об этом не пожалею. Это он в письме пишет. Он вообще напишет себе за свою жизнь 1600 писем. Угу. Это каждое письмо признание в любви. Представляете себе? Ну это уже зрелые люди. 56 лет в браке. Это уже зрелые люди, уже. 56 уже лет в браке проживут они. Сколько ему было, когда у них брак состоялся? И ему будет 20 лет. И 22. Угу. Это уже зрелые люди. И да. Возраст, и внутреннее содержание, да? И уже посмотрите, какие они создают правила в своем объединении, вот, которые притягивают к себе других людей. В 1888 году у него будет защита диссертации. Он выбирает себе тему «Оптические свойства изоморфных смесей». Представляете себе, вот насколько он к этому времени уже изучил 15 языков. 15 языков. Это вот тоже найдите среди ученых мужей подобного уровня человека. И он спокойно разъезжает, ему блестяще проходит защита, и ему дают возможность права поездки за границу Сорбонна, и ведущие университеты Европы открыты для того, чтобы продолжать ему давать обучение, которого он заслужит дальше. Здесь он уже как бы поднялся максимально хорошо. Владимир Иванович, а вот у нас сегодня университет наш Балашихинский и носит имя Владимира Ивановича Вернадского. Угу. Вот. Но носить его имя, это же московский тоже университет. Ну как он, российский государственный университет народного хозяйства. Народного хозяйства. Да. Вернадского. Да. Ну, у нас носит Балашихинский. РГУНХ. РГУНХ звучит. Российский государственный университет народного хозяйства. Имени Вернадского. Подождите, но он же был где-то в Москве раньше. Нет. Нет. Имени Вернадского. У нас там есть университет, у нас именем Вернадского много чего названо, но вот Российского государственного университета народного хозяйства не было. Не было. Не было. То есть он сейчас создался. Вот он, да, на базе нашего предыдущего. Впервые в мире. Вернадского. Да. Так это же событие. Конечно, событие. Конечно, события. События огромные, и университет понимает, что это. Это же ответственность. Это ответственность. Ну, а вот эти строки студентам надо написать. Да тут, Дим, тут столько всего надо написать. А что еще интересное? Вот он преподает, и пишут его воспоминания сотрудников и коллег, насколько он имел образ притягательный, образ великого естествоиспытателя и философа, неизмеримо раздвинувшего границы познания Вселенной, указавшего человечеству на его космическое предначертание и поднявшего роль разума человеческого в настоящей и грядущей истории человека разумного. Вот он обладал великой душой, способной к любви, к состраданию, к пониманию и был истинным патриотом своей страны. Так писали студенты о нем, отзывались. Ну вот, конечно, достичь такого отзыва от студентов, которые на твои лекции просто рвались, и во всех университетах мира к нему просто пробивались люди, чтобы попасть на его лекции. Они говорили, что мертвая наука становится живой. Говорим о мертвых камнях, о почве, о минералах, но лекции, прочитанные Вернадским, их оживляют. Угу. Вот
Настолько он был, как сказать, он считается международный, скажем так, высший уровень международной научной дипломатии в мире. Научной дипломатии, это совершенно другое. Международной научной дипломатии в мире. Такого уровня не достиг никто. Двери всех университетов были открыты, он был профессором там и там, и там, и там, и там. Было за честь, каждому из университетов мира было за честь принять к себе его, хотя бы на чтение лекции, удостоиться внесения его в состав своего профессорского состава, своего личного университета. Ну так, в общем-то, и Менделеев до этого был общепризнан в мире. Своей области. Но Вернадский был именно дипломатией научной движим. Вот это знание языков, невероятное знание 15 учеников этих языков, ему давало право читать лекции где угодно. Изъясняться, писать, слушать, общаться. Научный дипломат. Но это дипломат, это же вот отдельная история. При том его развитии, когда он и философ, и географ, и химик, и вот и перечень огромный, в стольких науках он настолько сведущ, глубоко сведущ, неповерхностно. Поэтому, конечно, желание было заполучить к себе такого специалиста было велико за рубежом в том числе. Но он, вот видишь, студенты говорят, он был истинным патриотом своей страны. Это отзывы до революции все еще. Студентов о нем. Угу. Вот он любил страну. Когда начнутся события с революцией связанные, ему будут, конечно, очень, скажем так, много поступать предложений оставить страну и уехать за границу. Либо пережить это смутное время, либо вообще там остаться. Ну, как делали многие. Да, и так делали многие, большая часть ученого мира так и сделала. У него будет, конечно, выбор и предложения будут, но он останется, понимая, что все научные идеи, которые ему здесь Бог дал и открыл, в общем-то, здесь, на этой почве прямо он будет говорить, почва этой страны, мне родная почва, и на ней взошло столько всходов, которые дождаться плодоношения которых я отказаться не могу. И мне еще сеять и сеять в нее. Так и говорил. Вот это вот почвоведение Докучаевым, привитое ему любовь к земле, она будет выражаться вот такими простыми, но и научными мыслями. Понимаешь, это же звучит уже не просто как простонародная речь. Это вот как у Пушкина уже, пойдет в поэзию. Обычные вроде бы слова, но через научное творчество он говорит, что человек творческий всегда в науке будет достигать высших целей. В любой сфере творческая душа достигнет высшего уровня. Ну, он при этом и музыкант, и математик, и химик, и геолог, и биолог. Там пальчиков у нас не хватит, чтобы перечислять все, что будет ему открываться и открываться. И представь себе вот этот переворот, и это все оставить и уехать, и там все заново. Нет, переворот это не просто переворот, это не открыл-закрыл дверь, это же такой серьезный слом в стране. Конечно, у него будет очень трудный период. Кровавый причем. Так именно кровавый. И будут. И посмотрите, Ульянов был ему, собственно говоря, если мы так вот посмотрим, Ленин-то был ему близок, потому что Ульянов, родной брат, входил в его кружок. Вот потом и будут все понимать, что оказывается, вот та предыстория молодости, когда они были движимы порывом навести порядок в стране, устроить справедливую жизнь для всего народа на территории Российской империи. Они так сблизились друг с другом, что, вот, скажем так, Владимир Ульянов помнил, что Вернадский Владимир Иванович – это его старший брат. Ну, то есть не все так просто, да? Не так все просто. Да? Не так все просто. Проверено временем, проверено кровью, проверено вот такими событиями, что он очень тяжело переживал казнь. Вот. Ульянова-старшего. Это вот любой, понимаете, это вот любой процесс. То есть не все так просто. Мы вот историческую перспективу порой оцениваем. Есть предыстория. Это тиран, это правильное, это неправильное. Надо изучать. Надо смотреть изучать. В корень. Вернадский говорит, что образование всего живого на планете Земля имеет историю.
И, конечно, он обращается и к Писанию, но оно у него через вдохновение научного подхода разрастается в такие идеи, в такие направления расходятся его мысли, что он просто, как он говорит, я не успеваю писать все то, что мне хочется передать. Перемены какие были? Перемены были. И, конечно, ему жена была вот просто в помощь. Mm-hmm. Это всю жизнь он будет благодарен ей за то, что она поддерживала его в этих переводах. Она тоже знала 7 языков. Помощница. Помощница. И вместе с ней они будут вот ездить. Двое у них будет, мальчик и девочка, Григорий и Нина. И интересно, когда дальше потом события будут развиваться так, что он окажется, чтобы его не репрессировали в первые же дни революции, Бог ему даст интересный выход, он окажется на территории Симферополя. И до революции он будет в составе временного правительства. Даже в составе временного правительства. В составе временного правительства Киринского. Он будет занимать кадетскую позицию, будет там председателем. Его жена будет вместе с ним. А это же будет, ну, уже отречение императора произошло. Да. И вот формирование Думы, да? Да. Первый созыв, второй созыв. В обоих созывах он будет в числе, ну, будет называться кадетская партия, да, вот так. Это такая позиция, скажем, которую, в общем-то, и Ульянов ничего против них долго еще не имел. Потом у них уже разойдутся дорожки. Но это другой вопрос. Он, когда окажется в составе вот временного правительства, и вот тут революция начинается, и ему выписывают командировку в Крым для того, чтобы устроить там университет. Mm-hmm. Вот. Университет. Он берет документы, семью и уезжает в Симферополь. И открывает Симферопольский государственный университет по сей день имени Вернадского. Там по и стоит. Да. Имени Вернадского? Да, да. То есть это он у нас потом... второй вуз? Да. А откроет еще университет в Харькове. Тоже имени Вернадского. И станет там ректором после того, как предыдущий, до него стоящий там ректор умрет от тифа. Его большинством голосов оставят ректором. Будет занимать эту должность. А кругом вот эта вот война, 20-й уже год. И тут Деникин, тут тебе Врангель, тут тебе наступает Красная Армия, а передовые части это Махно. Они первые, кто войдут в Крым, и там будут головы лететь налево-направо. Он и там будет отстаивать вот этих вот своих профессоров, и голод, и тиф. Он не уедет. Вот будут бежать все из Крыма, же еще легче было. В одном случае даже его будет ждать пароход, и Деникин купит, оплатит ему проезд. И каюта для его семьи будет приготовлена. Угу. Да вы что? Да. И он сядет в коляску. И будет ехать и смотреть, как все пешком, бегом бегут в сторону порта, лишь бы уехать. И он скажет себе, я не могу. Развернет коляску, вернется домой. И соседям отдаст коляску, чтобы они смогли уехать. Потому что транспортное средство на то время было на вес золота. Это решение, Владимир. Все. И вот он. Серьезное решение. А через 2 дня он заболевает цепным тифом. И в течение месяца находится в бреду. И в этом бреду то приходит в себя, то теряет сознание, видит необыкновенное, скажем так, не назовешь это сновидением, и это не совсем в бреду состояние. Приходя в себя, его лечащий врач умирает. И они просто умирали, то, что называется, как мухи в то время от тифа. Это Симферополь. Это Симферополь. Это Симферополь. Симферополь – это 20-й год. Угу. И он просит Наталью Егоровну записывать. Писать не может, слаб. Приходит к себе, он говорит, Наташенька, это не бред, это не сон. Это надо записывать, потому что события мне сейчас показаны, такие, которые мне же сказаны, чтобы я их еще и записал. И он говорит, события происходят не у нас,
Америка. Огромная территория. Для того, чтобы строить огромного масштаба опыт по биосфере на планете Земля. И он спрашивает, почему Америка? Я же в России. А, ну, ответ приходит интересный, это он потом рассказывает. Он говорит, мне просто понятно, что отвечает, но я не знаю как. Я просто понимаю, что мне отвечают. Сейчас у нас в России это невозможно. Слишком много беды. А когда это будет? Еще не скоро. И он начинает постепенно спрашивать, а что, задавать вопросы, они все интереснее. В конце концов, он доходит даже до того, что ему будет сказано, что он проживет долгую, длинную жизнь, успеет сделать то-то, то-то и то-то, и умрет между 83 и 85 годами своей жизни. Это все Наталья Егоровна записывает, записывает, записывает. Ну, вот это вот необыкновенный случай в его жизни. И так и умрет. А будет сказано, во сколько, что она умрет до него, незадолго до его смерти, и она умрет. Она действительно умрет в 42-м году, а он уже в 45-м. Угу. И разница, то есть она уйдет на 2 года раньше, ему было сказано. Владимир Иванович, ну, в общем-то, интересно, мы с вами очень много проговорили, и, видимо, надо будет еще одну встречу устроить. Придется. О чем будем говорить дальше? Придется, надо будет продолжать то, что мы не закончили. Ну и по ходу появятся вопросы, еще кое-какие коснемся многих событий в его научной жизни.